Всем привет, зрители и подписчики канала Эли Кантона Фиат Малыш Футболист. И сегодня мы разберемся, как же нам играть максимально красиво в ФК-24. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Не забывайте жать колокольчик, чтобы не пропустить стрим или видео. Ну а если уже сегодня вы хотите купить себе любимого футболиста в команду, то следующие 30 секунд видео для вас, друзья. Поехали, погнали! Ну а если уже сегодня вы хотите купить себе топового футболиста вашего любимого кумира, то сайт Автофут для вас. Монеты на любую платформу с автодоставкой и системой антибан. Также подписка любая на ваш вкус, игра ФК-24, и все это завершается бонусной программой, где вы получаете 5% кэшбэка, который можете потратить на свое усмотрение. Ссылочка будет в описании, а также в закрепленном комментарии к данному видео. Оставаться красиво нужна всего одна кнопочка на геймпаде, а это L2, левая нижняя кнопочка, ребят. Зажимая ее и нажимая на пас или нажимая на навес, вы делаете красивые передачи. Сразу скажу, не всегда получается, но нужно как бы делать это вместе, да, то есть L2 пас, L2 пас или L2 навес, да. То же самое с ударом. Вы можете видеть, еще раз отмотать назад и посмотреть начало видео и убедиться, как необычно мой игрок пробил. То есть он пробил, хотел пробить левой, даже ей махнул, а пробил как бы с носка правой, при этом еще и махая левой, да, то есть запутывая вратаря. Видите, красивые какие пасы и комбинации можно делать, ребят. Понятно, что это не улучшит вашу игру, вы не станете из-за этого играть там сильнее, но вы сможете удивить соперника, пасуясь именно таким способом, да. Соперник явно удивится, а как это делать? Но не все это знают, ребят. F2, пас, навес, удар. Тут уже на ваше усмотрение. Ну что, друзья, подписывайтесь на канал. Это короткий гайд, наверное, очень простой. Не все его знали. Любите футбол, играйте в ФК-24. Хорошего дня или вечера, где бы вы ни находились. Всем пока!